Всем привет! Это видеоверсия сайта военноедело.ком. Российская Федерация поставила Армении новейшую модификацию ЗРК «Тор». Вооруженные силы Армении были пополнены высокоскоростными зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2КМ». Информация о количестве поставленных российских зенитно-ракетных комплексов Армении не разглашается. Данную информацию в социальной сети Facebook сообщил глава армянского кабинета министров Никол Пашинян. Глава Кабмина отметил, что новые ЗРК «Тор» являются важнейшим приобретением Армении в текущем году. Пашинян считает, что российские зенитно-ракетные комплексы «Тор» являются самыми современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2КМ» был выпущен в 2019 году. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.